вторым танцам, а если не было плана Z, это был первый танец, фигурный вальс. Друзья, мы только что отпраздновали 76-ю годовщину Победы. В прошлом году весь год готовились к Балу Победы. Ну, не очень удалось провести. Но зато мы фигурный вальс следующий танцуем под музыку, которая нам напомнит эту дату. А эта дата всегда с нами останется. Друзья, пригласили друг кавалера, пригласили там на фигурный вальс. Прошу. Ах, и ведущий в голубом! Снова весь фронт раскален от огня, топят зенитки три ночи, три дня, а в гимнастерке на снимке ты обнимаешь меня. Ах, эти тучи голубом напоминают море, напоминают старый дом, где кружат чайки за окном, где мы с тобой танцуем вальс, где мы с тобой танцуем вальс, где мы с тобой танцуем. Thank you.